Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1018. События дня. 2 Тимофею 2, 11, 13. Верно слово, если мы с ним умерли, то с ним и оживем. Если терпим, то с ним и царствовать будем. Если отречемся, и он отречется от нас. Если мы неверны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может. Объявление небольшое. Сергей Игнатов, спаси Христос, отец Игнатий. Я в городе Магнитогорске у сына. Низкий поклон твоим ближним. Электронные билеты на самолет, написано в них, невозвратные. Вес багажа с собой в самолет ограниченный. Прошу твоих сердечных молитв на успешное прибытие домой и сохранности бесценного багажа. Твое трудновоспитуемое духовное чадо, Игнатов Сергей. 29 сентября 2018 года. То есть у него груз с собой, книги мои. Часть он уже имеет, но и здесь все до одного тома открытым оком, а это 30 томов. Ну, 30 килограмм почти. Тут поменьше, потому что Новый Завет уже получил раньше. И да сохранит Господь свое достояние. То есть я своими книги не считаю, а Господь дал их. Лев пишет. Не понял. То есть мы сдали поломанную аппаратуру, видеоаппарат Сергея Пупкова. Ну, там старается помочь. Уже теперь из Америки. Сестра Лидия. А тут человек, который в Москве, мы туда переслали с Мариной Христенко. Видеокамеру. И она ему отдала, и он теперь говорит, не понял. Жду ответ на вопрос о видеокарте. Диагноз могут поставить и без аккумулятора с залиткой или с запиткой от блока внешнего питания. Его не было с камерой. Но в сервисе подберут по параметрам. Кстати, зарядное устройство и АКБ... Разные вещи. АКБ с камерой есть, но наверняка дохлый. Что касается формулировки, должны быть аккумуляторы, это я написал. Это, на мой взгляд, обоснованную претензию. Пожалуйста, другое окошко. Все империалисты ограничивают срок после гарантийного обслуживания и поставки комплектующих, кто годом, кто пятью, чтобы впарить покупателю новую модель. Об использовании нефирменных АКБ все сказано в мануале. Но я не возил камеру в сервис-центр, получив по имейлу ЦУ. Нет смысла в новой диагностике, если нет видеокарт, как поставляемых запасных комплектующих. Итак, вас издаст видеокарта. Что такое видеокарта? Сергей Пупков ответил, камера его. Это я уже ответ даю сегодня. В барнаульском сервисе мне сказали, что вышла из строя видеокарта. Их сейчас не выпускают. В Москве этот термин не знаком. Диагностика в Москве 1400. Это риск. Если откажутся ремонтировать, то деньги пропадут. А если согласятся, то эта сумма войдет в стоимость ремонта. Рискнуть? Это меня спрашивают, а я им переслал туда. Не знаю. Владимир Пащенко, он в отпуске, поехал на 2 недели, сказал, на 2 недели. Неделя это во вторник уехал с Игорем Барабашом, и следующий вторник, то есть осталось послезавтра, сегодня воскресенье уже. Мир вам, Игнат Тихонович, вы меня простите, но я задержусь и приеду только в конце следующей недели. Спаси Христос за молитву, у меня тут различные встречи, как среди родственников, так и с другими верующими людьми.
Слава Христу, я пишу. Это уже совсем нехорошо. Жду во вторник, как и говорил ты. У нас еще и морковь в поле, и другие работы. Под музею, виноград, крыши разные. Подготовка к зиме и прочее тут. Недержание слова – это два сапога, пара. Без совета и непослушания. Два коня, которые несутся в пропасть ада. Жду во вторник непременно. Ну, а тут о девстве там разговор зашел. И вот Елена пишет. Лучшего пособия, о котором говорит Игнатий Тихонович, вам и нарочно не придумаешь. То есть, ну, не можешь один никак. Лучше жениться. То есть, скорби твои, печали твои, непослушание жены, быть подкаблучником – все твое. По-настоящему бороться никуда. Да не пей, не ешь, и сдохла собака. Слушай его о борьбе с такими страстями. Откачев чё? Он священник женатый. Советник из него, советчик. Если не женатый, иди женись и не морочь голову. И название ролика прям пособие, ого-го. Трудись до седьмого пота и пособия не надо. Роман. Игнатий Тихонович берет все то доброе, что есть у нерадивых священников и у простых людей. Вспомните то, что он говорил о тюрьме, о заключенных преступниках, нерадивых заключенных. Там больше порядка, чем на воле. Это значит, что и у несчастливых людей есть чему поучиться благочестивому человеку. Вот Роман абсолютно правильную мысль говорит. Именно так. Я где бы ни был, из самого негодного, заброшенного, постараюсь что-то извлечь для себя, посмотреть. У меня и здесь недостаток, и здесь этого нет, и я поучусь. Это меня научил Антоний Великий. Как пчела со цветка на цветок перелетает, собирая все, так и он. Где бы ни был, все к себе притаскивал. Вот так. Ну что, вчерашний день. Теперь уже вчерашний, субботний день. Не работали. Ну, приехал у меня тут брат Павел, многое тут собирал, грузил, чем попало. Он хотел тут пилить, привез провода, болгарок несколько, этих дисков. Но негде подключить было, и так, чем попало, загрузили, то есть увез. Ну, а дальше-то что? Вечерние, на богослужение были. Интересно, три раза в субботу приходят 12 человек. 12. Вчера гляжу, 11. Так самому мысль приходит. Интересно, кто-то должен прийти еще во время богослужения вечернего. Оказывается, пришел Исаакий Устинов-то, а к нему подошел Игорь и говорит, машина приехала, покупает там горох, загрузка там тонн 15 больше. Вот. И надо помогать. Я говорю, ну иди. Я вспомнил, думаю, вот он 12-й-то где у нас. Послушание несет. Там, где на такую, как назвать, складом или как у Игоря. Вот так. Ну, а раз здесь нет, я сам сейчас варю тут и кошкам, собаке. Себе. Ну и посмотреть наши ресурсы немножко можно. Сегодня последний день конкурса по Библии, тоже помолиться надо. Завтра опубликовать должны данные. Вот так. Это что у нас? Переместить куда? В архив. Вот так. Теперь надо зайти на первую страницу, показать, как это выглядит. Праздник машиностроения. Ну, что смеяться тут. Вот это наша, мой мир. Люблю эту систему. Очень даже. Вот ленточная. А тут 1600 тем. Православный форум. И видеоканал. Православный видеоканал «Открытым оком». И главное, заголовок сделан, не могли бы пройти. Надо открытым букву маленькие сделать. Потому что впереди тут слова стоят маленькие. Большую на маленькую букву так и не смогли сделать. Это ошибка. Вот. Ну и теперь что тут показал?
события дня сегодня столько маленькие. Серафимино падение, толкование ее 55, а теперь Серафима 92 года упала на богослужение, но так и не села. Вот этот, сколько есть. Интересно, Златоуст один человек посмотрел или ткнул только так. Вот, житие святых 4 человека, а вот Серафима падение толкует как 55. 55 раз больше, чем Златоуст. Вот как прославляются у нас люди. Ну и вчерашние, допустим, посмотреть, вот какие были. Дорогу ремонтируем. Или вот Сергей Игнатов сразу же приступил к участию в жизни. 3000. 3000. А Златоуст только 23 человека. 3000 и 22 человека. Ну, что тут говорить-то? До этого тоже как было. Вот. Тут 5000 утра ранее учись владеть своим телом. 5000. А Златоуст 54. Ну, 100 раз, считаю. Меньше. Пользуется популярностью Иоанн Златоуст. Но люди ищут новинки, советы. Один общий. Виталий, работай хорошо и плати элементы. 5555. Вот даже посмотреть, если... Какие самые популярные у нас вот здесь по дате, сетка, вот здесь сейчас список, сетка каких, самая популярная, вот я нажимаю, сейчас она выкинет, посмотрим, самые популярные у нас ролики какие. Самое первое, расчет за работу бульдозериста, 591 тысяча, расчет за работу, ну еще там такое, деньги дальше, большая неприятность, летела гусеница. 588 тысяч. О, ну, какие темы-то? Дальше шершней в дупле выживаем. 505. Ну, полмиллиона. Ну, завтрак хорошо в деревне православной. Поменьше. 494 тысячи. И сразу на 200 тысяч меньше. Проповедник Игла. Стихотворение. Завтрак нищих ли? Вот. Фильм Звягинцева «Левиафан». Полиция пожаловала Батугина Тимоша. Бывший бунт против смерти. Уже 195. Пьяная якобы со станции Ребриха. 188. Вот. Ну и житель деревни живите. Нас снова посетили баптисты. Прислал грейдер долгов Евгения разровнять. Пьяно-тракторист Попов из села Корчино. Прибытие новых насельников. Ужин не во время поста. Здоровье так. Рыбалка. Дровокол большой, обед возле Южного пруда. Скажи, что ты употребляешь пищу. И дальше. Голуби мои и голубятня. 101 тысяча. Потеряевка новых поселенцев. Потеряевцев ждет. Тут уже пошло меньше. Гости из Киргизии уезжают. Почти только один пруд. Миллион. Кто есть подкаблучник? Это я спал, тут разбудили. Сибирская деревня, группа Дятлова, вход в канал. Ну, вход в канал, это уже, чтобы войти в него, надо зайти. 75 тысяч. Верность погибшей собаки на дороге. А, занимается кинолог, собачатник, не совщатник, неправильно. Там меньше. Приехала с батюшкой Галина, Приходько Наталья. Что-то тут такое. Богатол, еретики жующие, Ребриха. Бульдозер выравнивает пни. Вырывает. Похороны жены участника. 50 тысяч просмотров. А дальше еще уже меньше. 46. Чем питаемся? Лагерь, стан, степи, на навозные кущи. Об увольнении Андрея Кураева из МДА. Как страшно быть в жизни бомжом-квартирантом. Село Клочки, Ребрихинский район. Потеряевка, рыбалка. Отработкой протравливают. Вот, расчеты, работы и прочее. Кошки, Никита, беспечность. Березовые шкурки вместо плитки 36. Воззовем к тебе в тесноте. Второе, пропомяну, 29 стих.
На связи пятидесятник, любознательный путешественник из Германии, заезжие баптисты. Прощание с Никитой. Вот видите, какие есть. Как проходит стрижка овец. Евреи, кто они нам, о чистоте. Мухаммад и воина. Прощание Никиты. Уже 29. Но все равно, каким мужчинам тянутся женщины и почему? О бороде по Библии. Разбор волчьего выпада. Туалетная весьма насущная тема. Ячмень по 4,40 за килограмм. Похороны, вынос из квартиры. Беседа с мусульманским мулой и его женой. Расчет первого зарплаты. Не надо мелочиться, а резать по-крупному. Рыжковский пруд. Бобры разрушили плотину. Учим колоть чурки. И вот так идет здесь. Нас снова посетили баптисты. Тут воры. Никита Колесников от цели своего приезда. Наркоманы трудятся по снегу. И вот здесь уже идет совсем. Ну, немного. Немного здесь такое-то. Выровнять дорогу, то все такое. И уже 20 тысяч всего. Научиться жить и в бедности. А дальше уже меньше. Лагерь стан. И что интересно, нигде, ни Златоуста, ни Житие, ни Добротолюбие, ни Библии я насчитал, ни Архипелаг ГУЛАГ. Нету ничего этого. Не идут они здесь. То есть никакой. Совершенно никак, даже никакого интереса к этим темам нет. Златоуста считает в храме, или я насчитывал, и тоже нету. Нету, вот я показываю проповедь у гроба. Вот. Тут что получается? Вот смотреть самим надо. 11 тысяч просмотров. 11. Вот так. 10 тысяч. Даже фильм. И вот 10 тысяч. Последнее. Отпевание провода. Последний земной путь. Анастасия Дробот. И сразу Байкал, купание. Вот я прямо показываю где-то. То есть, ну, прямо никак. Нигде эти, которые я назвал, очень важные. То нету, ничего нет. Свидетелей Иеговы. Ну, а тут уже совсем пошло меньше, меньше, меньше. Лагерь стан ликвидируется. Никто не закрывал лагерь. Я сам закрыл его, то люди не знают. Сам принял решение на следующий день, что все, переходим в другой формат. Вот хат. Что тут? О празднике 8 марта. Православный взгляд. Это что получается? Уже 7 тысяч идет. 7,1. Вот так. Теоретическое тьмы сектантства. Тут 6 тысяч пошло. Нигде этих, которые называю Библия, толкование это Златоуста, жития святых, добротолюбие. Ну, то есть... Очень важная тема. И нету. Вот, даже в 5000 нигде посещаемости нету. Сказать, деревня. Нарушение. Дальше уже нету. Ремонт печки 5600. И на этом остановилась. То есть самое посещаемое. Но она система выделила все-таки 5. Раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.
40. 40. 4 же 5, 20. 200 выделила. 200. Вот система как. Я и не знал. Сам сегодня его только узнал. 591 тысяча. Расчет за работу бульдозериста. Ну, то есть не... Никак человек не мог. Долго надевали гусеницу, как надеют там. Тут никак. Завтрак. Тут тоже ничего. Это вот проповедник. Игла, тут многое взято. Тут сразу же уже 292. 490 и 290. Зал от завтрака и сразу на 200 тысяч скинуло. Ну, то есть мелочь. Но на 200. Ну, еще у нас что есть? Ага. Это как-то надо вернуться назад. А как вернуться назад? Упорядочить? А, это, ладно. Вот оно где. Вот пока ходили, Серафимина уже 73 толкования. Первое место заняло. А Златоуст за это время один. Мы в 70 раз, в 73 раза меньше, чем Серафимина толкование, толкование Златоуста. Ну вот, поневоле вспомнишь Жириновского Владимира Вольфовича, когда кончилось голосование, он там за Ксению Собчак проголосовала больше, то ли Санкт-Петербург, он говорит, ну что она предложила? Ну сами посмотри, кто своими словами называет и на вторую букву алфавита, ну и все такое проще. По-другому только он называет там ее. Ибо у него программа какая, и то другое. Вот такой народ-то, народ-то ничего не знает. А он тут рассылал и фуражки, и футболки, и тетради. Даже мы по Теряевке получили. Вот понятно, что это расход какой-то. Ну, есть еще послать. Это образовать партию. И даже, ну, он неправильно говорит, он обольщает людей. Но даже обольщает-то, и то умно. Ну, а там-то ничего совсем нету. Не только обольщает, он по делу показывает. А вот он, клоун там-то. Ну, надо разделить, где-то клоун, а где-то говорит именно правильное. Вот это ко мне много обращается пенсионная система и прочее. Они как могут прикрыться тем, что в Америке-то там позже на пенсию идут. Так там и жизнь другая. И получают не столько. Еще бы Швеция себя сравнили. Я за 35 лет трудового стажа по трудовой книжке. 35 лет у меня. И получаю там 7 тысяч. Ну, смешно даже. А депутат в это время получает там 450. Ну, что у него? Расход какой? Ну, я просто говорю, чтобы понятно было. Больше меня сделал что-то. Я 45 лет занимался чужими детьми и продолжает еще сейчас давить за это. Ну и ничего, гнали меня, говорит, будут гнать и вас. Эпиграф как, говорит Господь. С ним воскреснем, там получим. Только на этом можно остановиться. А так нет, людей очень легко выводить на митинги. И никто не знает, чем как в Румынии было, что войска, то другое. В один день все кончится. Может, но тут нет, тут не получится. Это русский народ. Беспечно воровать тут. Усилят воровство и прочее такое. Проживут. На умру, да подумаешь, миллионы людей. Да каждый день, он, Стерников говорил, уже не 18, а 20 тысяч абортов. Ну, 20 тысяч-то абортов-то, ну, умножь на 365 дней. Это куда выйдет? А теперь на 20 лет перестройки накинь. Куда это выйдет? Подсчитывают 120 миллионов абортов. Ну, тут-то почему не говорите? Идет уничтожение. Если уничтожение идет зародыши, а почему стариков пораньше не спихнуть? Ну, как пишут, что балерина будет 60 лет танцевать на пенсию, а она ничего больше не умеет, как ноги задирать. Вот, просто смешно. Ну и наш последний ресурс во свете Библии, большой православный библейский сайт. Вот я его там выставил. Ну и завтра будет ответ какой, какое место займем. А как это узнать? А ничего, они таблицу выставили. Вот веб-мастер первым местом, номер по порядку. Я иду, и указан мой. Я должен за кого-то проголосовать. Вот. А всего 16 человек. 16, которые выполнили все условия и дошли до финиша. Если только все получили.
как надо. Вот, я проголосовал за 9-й, Сергей Сологуб. Вот, тогда следите за этим и увидите, кто за что и как. Там премия была, если первая премия $500, я сказал, Виталий, ты их возьмешь. А сейчас говорю, Виталий, он добрый, я скажу, переиначить надо бы. Ну, взять я не могу, уже рассказал ему. А отдать ребятишкам, которые остались без матери, дроботом. Пусть у них там накопительный фонд будет. Я считаю, он должен быть, ну, хороший фонд такой, на четверо ребятишек. Ну, понятно, ниоткуда ничего. И хоть маленько-то должно быть, как он в Ливии там сколько давал Каддафи всем-то. Но мы не можем. Ну, семизначную-то цифру надо сделать. Семизначную. Повторяю. Ну, а там дальше как его Господь даст. И на этом у нас сегодня все.